Здравствуйте, это программа «События». Мы работаем в прямом эфире. О том, чем жила Самара сегодня, вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пенер. Главные темы выпуска. Главное политическое событие года. Губернатор выступил с посланием к депутатам губернской думы и всем жителям региона. Осталось ждать меньше года. В поселке Волгарь уже приступили к строительству школы. А за городом зима-зима. Коммунальные службы круглые сутки вывозят снег с самарских дорог. Главные акценты года уходящего и перспективы на будущее. Губернатор Самарской области выступил с ежегодным посланием к депутатам губернской думы и всем жителям региона. Такой формат стал уже традиционным. С программным документом в конце года Николай Меркушкин выступает уже в четвертый раз. Сегодня послание длилось 3 часа. В нем были затронуты все ключевые темы для Самарской области. От оборонно-промышленного комплекса и строительства дорог до проблем, связанных со сферой ЖКХ. Лариса Шалафат записала тезисы. Для всей нашей страны. Говоря о позитивных итогах 2015 года, губернатор одной из первых тем своего послания сделал модернизацию транспортной инфраструктуры региона. Введен в эксплуатацию новый аэропорт Курумыч, один из лучших в России. Отремонтирован и построен с нуля 181 километр дорог. Приведены в порядок более 320 внутриквартальных проездов. В результате доля дорог в регионе, соответствующих нормам, увеличилась до 40%. В следующем году на строительство новых магистралей только в Самаре направят рекордную сумму – 8,5 миллиардов рублей. Это в 20 раз больше, чем 4 года назад. Мы будем и дальше ужесточать требования по качеству и полноценные работы всего, подчеркиваю, дорожного покрытия только за счет бывших подрядчиков. За предстоящие 2 года в Самаре необходимо отремонтировать порядка 60 автодорог, продолжить ремонт магистралей Волжского, Красноглинского шоссе, улицы Демократической. В наступающем году надо начать работу с двукратным расширением части полотна по заводскому шоссе. Особенно отметил губернатор в послании предприятия аэрокосмического комплекса. Они справились с задачами, стоящими перед ними в связи со строительством космодрома «Восточный». «Прогресс» удачно завершил программу запусков. Сегодня он имеет самую многочисленную за всю свою историю орбитальную группировку спутников. Такого количества космических аппаратов не было и при СССР. А ведь 10-15 лет назад их число было критически мало, говорит губернатор. И важнейший для страны заказ выполняет ОАО «Кузнецов». Моторостроители значительно увеличивают выпуск продукции. Да и в целом все предприятия оборонно-промышленного комплекса повысили в этом году объемы производства на 18%. Такого тоже, понятно, раньше последние 25 лет. Руководитель области выделил и завод «Авиакор», который выполняет крупный заказ по ремонту стратегических бомбардировщиков. Мощный рывок в развитии совершили «Тяжмаш», «Металлист Самара», «Салют», «Авиагрегат» и другие предприятия. В своем послании губернатор обратил внимание и на систему ЖКХ, в частности, на работу управляющих компаний. В ближайшее время несколько фирм лишат лицензий. Глава региона заметил, что есть случаи, когда вместо недобросовестной организации появляется другая, с похожим названием, составом учредителей и принципами работы. Правоохранительные органы должны взять ситуацию на контроль. Людей, запятнавших себя, нельзя на пушечный выстрел подпускать к управлению ЖКХ, заявил губернатор. Только треть управляющих компаний в Самаре перешли на прозрачные транзитные счета, расчеты, точнее, с поставщиками ресурсов. Остальные, как раньше, собирают деньги в общий котел, так и сегодня. Олег Борисович, мы эту тему с вами обсуждали. Вы взяли на себя, мы на вас очень сильно рассчитываем, и я думаю, этот вопрос в этом году, не в этом даже году, к лету, к новому отопительному сезону мы должны в полном объеме решить. Коснулся губернатора темы строительства. По объему введенного в эксплуатацию жилья область впервые преодолела показатель в 2 миллиона квадратных метров. Такого в регионе никогда не было, даже в годы создания «Автограда». В ходе послания Николай Меркушкин коснулся темы предстоящих в сентябре следующего года выборов в Государственную и Губернскую думы. Мы должны добиться существенно значимого увеличения политического веса Самарской области. Я хотел бы, чтобы это услышали все. Кто тут есть? Разные люди – с разными намерениями, с разными планами. Нам, конечно, здесь нужен консенсус. Мы должны подтвердить
вот недавно заработанный статус политического опорного края России. А для этого нужно единство наше, сплоченность вокруг тех целей и ценностей, которые отстаивает наш президент Владимир Владимирович Путин. Необходимо активное и сознательное участие граждан в процессе выдвижения кандидатов и максимальная явка на избирательные участки. Лариса Шалафаст, Марина Кравцова, Алексей Золотенков. События. Наиболее важные темы и актуальные вопросы послания губернатора прокомментировали представители власти и общественности. В целом, отметили они, послание оставило позитивное впечатление и продемонстрировало большие перспективы региона. Город должен соответствовать масштабу тех перемен, которые предстоят в нашем регионе. Для меня, конечно, на первом месте стоит вопрос о ЖКХ. В этом году сделано немало, губернатор отметил в своем докладе. Но, тем не менее, мы должны добиться того, чтобы любая просьба жителей решалась в течение 1-2 дней. Мы запланировали введение электронной системы обработки обращений граждан. Мы ее обязательно реализуем в первом квартале. Далее мы добьемся того, чтобы управляющие компании были согласованы при назначении на должности с главами районных администраций. Это повысит управляемость. Мы уже приняли решение о том, что будет создаваться единый расчетный центр для обработки коммунальных платежей, о чем говорил Николай Иванович в своем послании, о расщеплении платежей. Далее меня очень обрадовали слова, что город в следующем году получит более 8 миллиардов рублей. Я напомню, что мы подготовили проектно-сметную документацию на 5,2 миллиарда рублей. Это ремонт 26 дорог Самары. Посмотрите, как звучала сегодня Самарская область, да? И в развитии экономики, и в развитии промышленности звучали вопросы, связанные и с развитием спорта. И мы занимаем отчасти лидирующие позиции. Это же очень хорошо. По здравоохранению у нас, посмотрите, достраивается центр кардиохирургический, строится еще несколько объектов. Что касается образования, посмотрите, впервые мы сдали там 2-3 школы, на следующий год их будет гораздо больше. Мы строим центр для одаренных людей, это очень важно. И самое главное показатель, что в нашу область сейчас уже больше приехало, меньше уехало металлистов. Это говорит о стабильности в области. Важные темы затронуты были организации местного самоуправления в районах и поставлены определенные задачи губернаторам. И перед депутатским корпусом поставлена огромная задача, то, что они должны сделать, как они должны наполнять бюджет районов, как они должны работать и как больше должны работать с населением. Он очень правильно сделал акценты. Нам не нужно сегодня раскалывать общество. Сегодняшнее послание открывает нам хорошие перспективы, и мы видим те опорные точки, на которых надо сосредоточиться. Красной нитью через весь бюджет, через весь доклад проходит красная нить – забота о гражданах Самарской области. И культурные, и спортивные центры, и дороги, и, но самое главное, смотрите, стоимость жилья. Конечно, политическая ситуация, которая сегодня в Самарской губернии, она мешает, очень даже мешает созиданию. И он показал, что только в единстве, в консолидации общества можно развивать Самарскую губернию. Придали ускорение. Строительство единственной в Волгаре школы нужно завершить в кратчайшие сроки. Такое поручение дал глава Самары Олег Фурсов. Но микрорайон активно застраивается, туда переезжают много молодых семей с детьми. При этом до ближайшей школы можно добраться только на машине или автобусе. Когда же дети смогут учиться рядом с домом? Со строительной площадки репортаж Валерии Макаровой. Пока школа в Волгаре обрастает кирпичными стенами, детям приходится за знаниями ездить на кряж. Району на 70 тысяч жителей. Собственная школа просто необходима. Здесь столько детей, вообще уму непостижимо. У меня вот ходит, где он? Вон в школу ходит, аж 74-ю, далеко очень возим его. Дети ездят в школу на автобусах, там это по городу далеко. А если будет своя школа, конечно, это очень удобно. За строительством школы пристально следят не только местные жители, но и городские власти. Глава Самары обходит стройплощадку, ему рапортуют. Фундамент почти закончен, возводят стены третьего этажа. Погода работам не помеха. Современные бетонные смеси схватываются даже при низких температурах. Олег Фурсов уверен, эта школа важный для района социальный объект. Вы помните, что летом с губернатором мы закладывали первый камень в основание школы. И сегодня я приехал с инспекцией посмотреть, как ведутся работы. Мы настаиваем, чтобы строители брали на себя повышенные обязательства и в более короткие сроки проводили все строительные работы. Думаю, что никаких срывов в выполнении поручений губернатора по строительству школ здесь не произойдет.
Глава города также отметил, что темпы строительства могут быть и выше. Сейчас работы идут в 3 смены. Современная с 2 спортзалами и небольшим стадионом школа рассчитана на 1000 детей. Столовая большая очень, в центральном блоке, в блоке Е. Актовый зал большой, есть еще лекционные, там на 100 человек будет предусмотрено. Сверху будет своеобразное такое световое, естественное освещение актового зала. Пока строители в намеченный срок укладываются. Новая школа должна открыть двери уже в следующем учебном году. Набор учителей уже начался. Учебному заведению необходимо более 100 педагогов. Валерия Макарова, Алексей Золотенков. События. И продолжая школьную тему, вторая смена, так нелюбимая учениками и их родителями, может навсегда уйти в прошлое. Такую задачу перед собой поставили городские власти. Сейчас ищут площадки для новых школ. Чтобы полностью перейти на 1 смену, нужно построить 14 учебных заведений. Когда же планы станут реальностью, выяснила Марина Матвейшина. Что же это такое получается? Ходишь-ходишь в школу, а потом бац! Вторая смена, и прощай, родные учителя, на целую неделю. Это разочарование героя советского кинохита знакомо многим школьникам. Но вскоре, в связи с указом президента, вторая смена в Самаре уйдет в прошлое. Для этого городские власти готовы построить 14 новых школ. Они смогут обеспечить 13 тысяч мест. Как раз столько и нужно, чтобы полностью перейти на 1 смену. Эти проекты планировки утверждены, и по ним можно сейчас работать с инвесторами по вопросу механизма проектирования и строительства данных школ. Несмотря на то, что дефицит ученических мест будет восполнен возведением этих школ, по городу они распределятся неравномерно. И потому в таких районах, как Ленинский, Кировский, Советский, эта проблема не решит. В департаменте строительства предлагают зачислять детей в школы соседних районов. Но первый замглавы города Владимир Василенко предлагает другое решение. Исходить из позиции, что идет туда инвестор строить, и пятно должно появляться под либо детский садик, я наговариваю, либо под школу. Потому что точно советский район, дефицит покрытия за счет Красноглинского, наверное, это не совершенно, ну, неправильный подход. В дополнение к тем 14 площадкам, что уже есть, рассматривают сейчас еще 3 потенциальных места, где можно построить школы. В Кировском районе должны снести ветхое здание, которое сейчас пустует. В Орловом Овраге, где землю под строительство домов получили многодетные семьи, тоже должна появиться школа. И, наконец, в жилом комплексе «Новая Самара» работы начнутся уже в следующем году. За образец взяли школу в Волгаре. Марина Матвеевна, Станислав Левин. События. Самара прошла испытание снегом. Снегопад, прошедший на выходных, не застал врасплох коммунальные службы. Спецтехника круглые сутки чистила магистрали и дворы. При этом традиционно именно на ночь пришлась самая горячая пора. Свою оценку уборки дал глава Самары, который отправился в рейд по городу. Этой ночью не спал и Андрей Трой. Первая точка – Казачий переезд в Куйбышевском районе. Олег Фурсов проверил, как почистили улицу Шоссейную и Казачий переезд. Машины, закупленные еще летом, позволяют значительно экономить топливо, время и, разумеется, деньги. Водители лаповых погрузчиков рады. Работать стало намного проще и комфортнее. Удобно, кабина теплая. Комфортно, короче. С последствиями недавнего снегопада новая техника расправляется шутя. Через несколько часов город практически очищен от снега. Все основные улицы избавлены от снежных заносов. Освободившуюся технику направляют в те места, где ее присутствие необходимо. Ночью грузовики вывезли с городских улиц свыше 4000 тонн снега. Все 4 полигона работали без перебоев. Глава администрации Кировского района Игорь Рудаков отметил, снегопад, прошедший на выходных, был не очень сильным. Конечно, если такой снегопад, как 2008 год, будет затяжной, то возможно привлечь еще промышленные предприятия. Есть договора на выделение тяжелой техники. Полигоны со снегом справляются. И плюс еще 2 снегоплавильные машины, которые в резерве стоят в случае форс-мажора, они тоже готовы выйти. Глава Самары, завершая ночной рейд, отметил, что резервы техники для борьбы с сильными снегопадами имеются. И обратил особое внимание на то, как в этом году город подготовился к новогодним праздникам. Андрей Трой, Алексей Золотенков. События. Деньги должны делать деньги. Губернские депутаты на профильном комитете рассмотрели поправки в бюджет и предложили перераспределить неизрасходованные средства в пользу тех, кто действительно в них нуждается и готов реализовывать свои проекты. Речь шла в первую очередь о сельхозпроизводителях, которым необходима техника и модернизация ферм. Марьяна Мирная продолжит.
Новогодний подарок в виде дополнительного финансирования получат сельхозпроизводители. Губернские депутаты приняли решение выделить субсидии на приобретение техники, строительство и реконструкцию фермерских комплексов по выращиванию крупнорогатого скота. Помощь от региона получат те, кто еще в начале года подал заявки. Мы считаем, что более целесообразно профинансировать те мероприятия, которые полностью финансируются из областного бюджета. Субсидии на приобретение техники и строительство животноводческих ферм. Новогодний сюрприз достался и новоиспеченным предпринимателям. Под занавес уходящего года депутаты сделали им щедрый подарок. Все, кто зарегистрирует бизнес впервые, смогут рассчитывать на налоговые каникулы. Для тех фирм, которые будут применять упрощенную или патентную систему налогообложения, ставку в 0% предоставят на 3 года. Я считаю, в наше время это очень важно для того, чтобы малые предприниматели могли открывать новые предприятия и развиваться. Этот закон вступит в действие в следующем году. Льготная ставка распространится на те организации, доход которых не будет превышать 8 миллионов рублей в год, и трудиться в которых будут не более 5 сотрудников. Марианна Мирная, Дмитрий Мешканцов. События. Экономическую тему продолжит Андрей Трой. Самые актуальные новости смотрите прямо сейчас. Здравствуйте. На экономическом фронте тяжелые затишки. Нефть бьет 14-летний рекорд, и на сегодняшних торгах бочку сорта Brent оценивали в $36.75. В середине дня черное золото показало рост на 0,5%. Центробанк снизил курс доллара США на 7 копеек, установив его на отметке 71 рубль 25 копеек. Курс евро повысился на 8 копеек, европейская валюта теперь стоит 77 рублей 48 копеек. В Самарской области на прошедшей неделе продолжился рост цен на овощи и куриные яйца. В понедельник отмечено снижение цен на топливо. Кстати, депутаты поддержали идею продлить программу материнского капитала на 2 года. У меня на этом все. Удачи в делах. А сейчас коротко о других темах дня. Незначительное снижение стоимости бензина зафиксировано в Самарской области. 92-й подешевел на 10 копеек за литр, а 95-й на 1 рубль 20 копеек за литр. Цена на дизельное топливо осталась прежней. Так, в среднем стоимость 92-го бензина составила от 32 до 33 с небольшим рублей за литр в зависимости от заправки, а 95-го от 35 до 36 рублей. Стоимость дизельного топлива колебалась от 32 рублей 80 копеек до 34 рублей 50 копеек за литр. От Ульяновского спуска в село Рождественно начали курсировать судно на воздушной подушке. Стоимость проезда 1000 рублей при посадке от 1 до 5 пассажиров. Кроме того, между Рождественным и речным вокзалом Самары по новому расписанию продолжает курсировать «Омик». С 22 декабря изменения будут внесены в расписание движения парома «Усолье», который выполняет рейсы на грузовой переправе по маршруту «Ульяновский спуск Рождественно». Производство новой модели «Лада Веста» могут перенести из Ижевска обратно в Тольятти. Такой вариант рассматривает руководство «АвтоВАЗа». «Лада Веста» – одна из самых перспективных моделей «АвтоВАЗа», с которой завод связывает надежды на восстановление уровня продаж и рыночной доли в России. В начале недели в Самарской области потеплеет. Синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Температура воздуха в понедельник днем от минус 5 до 0, во вторник от минус 4 до 1 градуса тепла. Ожидается сильный ветер и гололедица на дорогах. Самарский зоопарк объявил новогодний конкурс на лучший костюм для обезьянки породы саймири Саймона, который недавно переехал в самарский зверинец. Сшить нарядный костюм для питомца и принести его в зоопарк необходимо до 29 декабря. Главный приз – фотосессия с символом наступающего Нового года – обезьяной. Недетская победа. В Самаре назвали лучшие детсады года. Конкурс дошкольных образовательных учреждений, который внедряет инновационные программы, проводится в области уже в 7-й раз. Чем же удивляли в этом году, расскажет Лариса Шалафаст. Заслуженные награды получают лучшие детские сады области. Развитие речи, здоровый образ жизни, художественно-эстетическое воспитание. Для этих педагогов стандартные программы воспитания – только основа. Каждый старается внедрить новые методики работы с детьми. Особая задача у тех, кто выступает за инклюзивное образование. Работа комплексная и с родителями, и с детьми, и с педагогами, что детки с ограниченными возможностями здоровья такие же, как и все –
и они такое же право имеют играть, дружить, общаться и учиться все вместе. Конкурс для детских садов начался 30 ноября. В нем приняло участие 36 организаций. В основном городские сады, а также 10 сельских и дошкольных учреждений. Помимо того, что они показывают, на что они вообще способны, свой уровень компетенции, они еще показывают свои творческие умения, навыки, показывают инициативность свою. В числе победителей – самарские детские сады номер 188, 378 и 362. Эти учреждения становятся опорными, ведущими и распространяющими свой опыт. По сути дела, они получают особый статус в своей профессиональной среде. Лучших из лучших наградили дипломами. Все воспитатели признаются – участие в конкурсе – хороший стимул, чтобы повышать уровень мастерства. Лариса Шлафаст, Григорий Плешаков. События. Мусульмане всего мира начали отмечать один из главных своих праздников – рождение пророка Мухаммеда. В эти дни принято раздавать милостыню бедным, ходить в гости. Этому же празднику была посвящена межконфессиональная конференция, которая прошла в Самаре. Представители разных религий говорили о дружбе, мире и истинных ценностях ислама. Подробности у Марины Кравцовой. Религия мира, добра и дружбы. Что такое истинный ислам? Самарской молодежи рассказывает Сайфулла Думалаев. Он приехал из Дагестана. Друзья и соратники нашлись сразу. Удивило гостеприимство и открытость самарцев. Очень отзывчивые, если честно. Вот мне понравилось то, что здесь очень отзывчивые. Вот познакомился и сразу хорошие отношения. И стараются больше встречаться. В России на протяжении многих веков в мире согласия живут люди разных национальностей. Между народами независимо от веры, понимания и единства. Об истинных ценностях ислама, религии, в которой нет места террору, говорили на межконфессиональной конференции в Самаре. Религия ислам – это религия мира, что ислам против террора. Сегодня актуальная тема во всем мире. Со всех конфессий мы пригласили на эту конференцию. Я думаю, что у нас диалог сегодня состоится продуктивный. Есть другие конфессии. Всех мы их уважаем. Мир, согласие должно присутствовать во всем. Начиная с нашей семьи, с наших детей, с наших соседей, с нашим обществом. Гости конференции из Республики Дагестан рассказали об основах, которым учат молодежь. Показывать себя только с лучшей стороны, быть верными традициям предков и достойными гражданами своей страны. В Коране Всевышний говорит, что Всевышний Аллах создал разные народности для того, чтобы они познавали друг друга и для того, чтобы они помогали друг другу в добрых делах. В зале и военнослужащие, и призывники из Дагестана, которые служат в Самарской области. Именно воспитание молодого поколения в правильном ключе, в истинных традициях ислама – одна из важнейших задач времени нынешнего. Такие конференции и встречи будут проводить и дальше в сотрудничестве с республиками России. Марина Кравцова, Максим Гусев. События. А сейчас пришло время новостей спорта, и я передаю слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Рекордное количество команд примет участие в турнире «Золотая шайба». Соревнования начались в минувшую субботу. Итоги подведут уже в следующем году. Чем удивляли юные звезды хоккея, смотрите в нашем репортаже. Ледовый бой ведут не только суровые мужчины. Эти девчонки из Нового Буяна дадут фору любой команде мальчишек. К хоккейному турниру девушки готовились ответственно, строгий режим и по нескольку тренировок в неделю в течение нескольких месяцев. Теперь готовы показать класс. Ну, хоккей – это вообще, ну, тут же силовые приемы. Вот. Ну, а я играю, потому что мне нравится адреналин, все такое. Турнир «Золотая шайба» открывается с показательных матчей. Играют 4 сборные команды. На хоккейный турнир приехали ледовые дружины со всей области. Заявки подали 80 сборных в 3 возрастных номинациях. Это рекордное число команд. Областной хоккейный турнир – хорошая возможность для этих ребят проявить себя и попасть в спортивную школу. Отбор ведется, тренера смотрят, потом мы их в школу приглашаем. Естественно, только со дворового вида спорта мы достигнем высокого уровня и высокого профессионализма игроков. «Золотая шайба» в Самарской области проходит уже в 3-й раз в этом году в рамках окружного этапа соревнований в Приволжском федеральном округе. Сражаться за звание лучшего команды будут в течение месяца. Победитель определится уже в следующем году. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.
На этом наш выпуск завершен. Смотрите телеканал «Самара ГИС» в кабельных сетях города, читайте нас в Твиттере, скачивайте приложение и смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи вам! Увидимся!